Приветствую всех на своем канале. С вами Лена Смирнова. Мой канал «Заработок в интернете». И я продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по бамбусе. Как она мне надоела. Короче, деньги сюда не вкладывать. Вчера был рестарт. Вчера, да, я вывела партнерские начисления 11 рублей. Вот. Подождите, баланс. Вот 2 рубля. Значит, ну что, у меня здесь есть аванс, есть 2 рубля партнерских начислений и есть Колым. Он не платит, значит, получить аванс. Как видим, страничка пустая. Так, по идее, должно вывести. Так, далее что, коллеги? 2 рубля у меня есть партнерских начислений. Выплатить. Страничка пустая. Колым. Наколымила 5 рублей. Получить. Шишок под носок. Значит, возвращаюсь. Аванс. Все на месте. Коллеги. Колым. Ничего. Значит, ну и в кошельке также пусто. Даже сейчас зайду, перезагружу и посмотрю. Да, что и требовалось доказать. В кошельке пусто, ничего. Ну что, такой вот проект. Крутой. Так что ничего не вкладывайте, конечно. Был такой хороший проект, админ его загубил. Ну, в принципе, касса 149 тысяч, да. Ну, жадность, видно. Вот, а начиналось все очень хорошо и очень красиво. Значит, ну что, проект не платит, скам, я так понимаю. Вот, получить. Ну, если, может, позже придут, я думаю, навряд ли здесь что. Раз этот был рестарт, и ну ничего, ничего, ничего. Вот. На этом буду заканчивать. Это интернет, и надо понимать. Такое, конечно, часто случается на просторах интернета. Буду заканчивать, не платить. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.